Программа физкультурной подготовки в школах, училищах и вузах существовала с 1931 по 1991 год. ГТО вернулась спустя 23 года по указу президента страны. Его будут сдавать школьники и студенты, но спортивным школьникам повезло больше. При поступлении в вузы с 2015 года будут учитываться результаты сдачи комплекса ГТО. А для студентов это не бонусы, а скорее престиж. Раньше, признаются они, не задумывались о спортивных нормах. Теперь стараются бегать, прыгать в длину, отжиматься, подтягиваться, чтобы получить золотой или серебряный значок ГТО. Говорят, это круто. Для себя больше как самоудовлетворение, что ли, что ты еще не такой старый, ты можешь это все выполнить. Поддержать студентов представителей 136 вузов страны приехал президент России Владимир Путин. Ему рассказали, что за основу были взяты нормативы ГТО 1972 года. И для ребят это оказалось совсем не сложно. Они сами отметили, что умеют делать на спортивных площадках. Сколько раз подтягиваешься? Я 50. Ну ладно. Я делаю так же, как и вы. Ну, а что наши люди? Спасибо. Шапки красивые сделали. Пока одни студенты общались, другие пытались запечатлеть себя рядом с президентом страны. Настроение всем подарила еще и сочинская погода. Сюда теперь приезжают не только любители спорта, но и профессиональные спортсмены. Чемпион Европы по прыжкам в высоту Александр Шустов мечтает, чтобы и в других крупных городах России были такие же спортивные базы для подготовки олимпийцев, как в Сочи. Такие же центры, как здесь в Сочи и на востоке нашей страны, возможно, будет строиться. Чтобы была возможность не только, допустим, с Дальнего Востока сюда ехать, чтобы ребята из Урала, Сибири могли выбирать либо на восток ехать, либо сюда, на запад. В Сочи на базе «Югспорт» сейчас на сборах находится несколько команд России по различным видам спорта. В том числе и резервный состав сборной по прыжкам в длину. Многие из них уже лидеры мирового сезона среди молодежи, стремящиеся попасть на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Да, мне кажется, после Олимпиады в Сочи заметно изменилось отношение к спорту среди молодежи. Ну, я учусь в спортивном вузе. У нас все в спортивном вузе хорошо относятся к спорту. Но среди моих знакомых не спортсменов тоже такое здоровое отношение появилось. На сборы приезжают и паралимпийцы. Для них тут также созданы все необходимые условия для тренировок. Закончили тренировку наши паралимпийцы. Мы хотим восстановить команду в легкой атлетике, паралимпийскую команду на колясках. Это самый сложный вид программы олимпийской. Это последний день он проходит, закрывается эстафетами. По мнению министра спорта России, в каждом вузе должны быть спортивные клубы. Сегодня те, кто приехал в Сочи, могли не только пообщаться с президентом страны, но и понаблюдать за той молодежью, которая профессионально покоряет спортивные вершины. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.